такое видение, такие мазки, все, я не искусствовед, не художник, но просто интуитивно так вот, очень эмоционально воспринимаю. И я хочу вот предложить, я надеюсь, здесь собрали все поклонники Ирининого таланта, Иринины друзья, да? И я очень рада, вот, что в нашем доме всех воскресенье. И это то, что хочу предложить вот за талант, за Иру, за то, что она вот такая же, как ее цветы. Такая естественная, сочная и натуральная. Вот за все вот органика такая. Ее работа, и она сама, вот как-то они все очень органично сочетаются. Ириночка, за вас, за ваши работы, за ваши друзья. Очень приятно, что у вас так много друзей. Я всегда вот за ними тяжелицы вижу, на всех выставках. Это говорит о том, что вот постоянные друзья. Это здорово. Давайте за Ирину. Thank you.